воображаемым молодым сценографом говорить. Поскольку их нет, знаю, то мы можем за глаза... Пускай вот эти молодые сценографы подойдут и сядут. Вот будем... На подушке. Вот на подушке идите, молодые сценографы, будем вам апеллировать. Как вы видите, отличная выставка организована таким образом, что в этом зале мы видим проекты, которые проецируются на город, а в том зале инсталляция, которая будет потом участвовать в Пражской квадриеннале весной, которая опять-таки организовывается Союзом театральных деятелей. И режиссером инсталляции выступает небезызвестный всем вам. И хочу представить Юрий Плитковский, режиссер, руководитель легендарной компании «Цирк шарлатанов», чьи вылазки в город всем известны, как и последняя Валадая. То есть где твои истинные намерения, где подлинные, а где имитации? Сева Лисовский, самый сумасшедший в компании, пожилой сумасшедший. Самый великий городской спектакль, который я видела, это «Волшебная страна». Для этого пришлось ехать в Чёртовы улички в Ростов-на-Дону. Это спектакль, который был сделан с художниками. Обычно лето художники нужны. Разругались. Мы в процессе с ним разругались и год не разговаривали. Да, художник Николай Сапожников ненавидит Лисовского. Не делаешь. Не делаешь. Да, расскажи, пожалуйста, про эту свою. Кто-то что-то видел, потому что он мистификатор, насколько я понимаю, да? Номинированная на «Золотую маску» в этом году. Расскажите нам, что это будет за работа, что вам движет. Алексей, я знаю давным-давно, знаю его как человека из гнезда театра Йосипа Бойса, театра, чья идея, что каждый... Почему надо идти на улицу? Что движет? Что движет? Ну, естественно, что-то делать, ищешь себе, конечно, норки, какие-то уголочки, но... Улица, музей, вот все, что как бы является театром как таковым. То есть, начиная там с 2003 года, когда мы выпустились из школы-студии, мы самостоятельные спектакли делали исключительно в театральных пространствах. Вот, мне даже кажется, что сейчас это обсуждать, ну, так, скажем так, как некую, не знаю, как некую из ряда вон события, ну, неприлично, потому что сейчас везде все происходит. Да? Каждый угол задействован перформерами, актерами, режиссерами. Можно я тогда разверну свой вопрос? Но театр вышел в город, как и художник вышел в город, в городскую среду, за стены театра не сегодня, не вчера. В начале 20 века, и вовсе не от того он вышел, что ему некуда было деваться, а это был художник, который отказывался действовать в общепринятых конвенциях традиционного искусства. Он искал не только другое пространство, он искал другие способы взаимодействия с аудиторией, ему нужен был другой артист, у него были другие взаимоотношения со смыслом, ну и масса других вещей. Но главным образом он был движим идеей сближения искусства в жизни, превращения жизни в искусство, искусства в жизнь и перемен, да, силами искусства менять жизнь. Если такая движет вами такая удобие, или действительно просто поиск ресурса как одно, как площадка. Ну, тут это какая-то совокупность течений, да, обстоятельств. То есть вот, негде делать спектакль, негде играть. Вот, первый спектакль по Пелевину «Хрустальный мир», мы играли на фабрике, когда еще самой фабрики не было. Там еще театр питерский. Пикапу? А? Пикапу? Нет. Миша из дерева, который по легендарам. То есть, первый такой театральная организация на базе фабрики чемпионса театра дерева там обитали, и мы попросили у них как бы закуточек, там играли свой первый спектакль, но естественно, что сама фабрика стала декорацией. Когда только эти выходы начались, это были другие процессы, вот, они скорее были связаны с организационными вещами, как ни странно. Ну, не как ни странно, а
потом ты уже начинаешь как бы понимать, что, что это значит. То есть мы очень были необразованы совсем. Исторический аватар, потому что они читали. Да, мы еще читали, но нас образовывал Исландского театра, учил, как надо за женщинами ухаживать на сцене. Хорошо, и с чем вы столкнулись в городе? Ну, давай посмотрим на один аспект. Что происходит с между вами и зрителями в городе, и что в традиционном театре? В чем разница, и что привлекает в итоге? Становится ли этот новый, другой способ встречи с людьми привлекательным или более привлекательным? Ну да, я скажу, что это, да, говорится как бы центральном какие-то спектр каких-то проектов и какой выбрать, про что рассказать, чтобы попасть в тему, когда ты просишь, а сейчас потом размышляешь. Вот, наверное, я расскажу про Суздаль, потому что вот в Суздале, то есть понятно, что был некий персонаж, который вот сейчас там есть, он живет в неком доме, куда приезжают художники и режиссеры, операторы, чтобы что-то поделать на природе летом. И он предоставляет свой домик, и очень там красиво и удобно. Но вот конкретно собралась какая-то группа людей театральных, когда еще первый раз в каком-то там 2006 году, не знаю. И идея была его в том, чтобы каким-то образом поднять жизнь в деревне, как-то ее окультурить, начать с ними сочинять какие-то совместные проекты. В нашем случае просто пошли брать у них интервью, естественно, там фотографировать, снимать про них и какие-то спектакли в коровнике показывать. Вот, сказать, я помню, у нас спектакль был «Бэтмен и ежик». Там участвовала Катя Щеглова, Галя Соломенко, КС и я. Вот такая компания первая собралась, мы вчетвером делали первую там театральную лабораторию. Работа, некое доверие, которое документальный материал априори тебе зрительно предоставляет. То есть если у тебя документальная основа для твоего высказывания, то уже есть первый шаг пройден. То есть вот это абсолютно работало тогда обнадеживающе, что есть доверие, да, аудитории. Если ты делаешь, скажем так, исследования реальных людей, реальных событий, то диалог со зрителем становится гораздо более, гораздо более. А что это за опыт? Что за опыт дает людям, давал людям спектакль «Карго», где они путешествовали с двумя реальными дальнобоями на реальном грузовике по третьему кольцу? И что за опыт дает им «Ремонт Москва»? Спасибо, отвечаю. Но прежде всего хочу сказать, что мы обслуживаем не театральную публику, которая в театр в принципе приходит. Я думаю, что из 100% нашей аудитории, процентов 20, я отвечаю, не знаю, был Александр и Ксин, и другие изучают пространство. Остальные же 80% в театр в принципе приходят, но не рассматривают как место силы, старые там. Создание смысла, такого необычного классного. Поэтому проект «Ремонт мозга» мы пригласили всю эту аудиторию на кладбище. Это был такой необычный ход, который кладбище означает, который был применен. Мне показалось, что спектакль сейчас на кладбище, это здорово. Но я про это вообще не очень лучше знаю. Мне было как новинка, может быть, сотни спектаклей начинать на кладбище. Я был это первый раз. Вот. И поэтому, когда мы предлагаем необычное место новое, когда мы подаем это как некое развлечение, тоже не любит театр, то есть театральное развлечение. Люди на это очень хорошо реагируют. Плюс мы это делаем летом, когда хорошая погода, люди настолько устают за осенний период зимний. Смотришь на город, слушаешь саундтрек, мы будем сделать художником разных против, как здесь, такой с музыкой. Вот. И мне эта идея понравилась. Мы когда это очень долго, сложно, собственно, 22 дня люди едут в одну сторону, потом смотрят, возвращаются. Вот. Вот мы это делали, и сам взор, мы очень уже это был как бы грузовик, он выглядел как фури. Нас даже устанавливали гаишники, спрашивали водителей в первом спектакле, что вы везете, 50 человек везут.
Молодец. Приходи, съезжайте дальше. Ну, это честно, он вправе это съезжать и все. Вот, поэтому... Ну, то есть, а на самом деле спектакль мы как бы больше не будем, потому что трагически погиб один из водителей. Вот, в марте он ехал в рейс в Казахстан, разбился на смерть. Вот, поэтому... С таким уличным, вне стенным театром происходит такая вещь. Это как с колонизацией. Вот первое ощущение. Приехали на остров, туземки бегают, куропатки копошатся, на берегу ручья изумруды навалены. Вот, куропаток съели, туземок трахнули, изумруды собрали, и надо дальше что-то копать, сеять, пахать. Вот, вот собственно говоря, вот легкой руды. Вот, на мой взгляд, вот в этих уличных местах. Ее больше не будет. Ее, по-моему, уже выбрали. Вот. Дальше, чем дальше, тем тяжелее. И, собственно говоря, вот такой легкой халявы. То есть, ну там что морочится с сценографией, со светом в зале с колоннами, вот с администрацией опять-таки. Вот, вышел на улицу и кум королю. Вот боюсь, что дальше морочиться придется одинаково. Что в зале, что вне зала, мороки будет больше. Ну просто возможности внутри этих жанров городского, их это, просто они потихоньку вырабатываются. А какую роль пространство играет в своих студиях? Вот если говорить про лес, это очень точный вопрос, потому что у Аристотеля нет понятия пространства. Мы говорим о Бибихе, не об Аристотеле, условно говоря. Есть понятие места, пространства нет. Все в природе несет в себе начало движения, изменения, и все в природе должно занять свое место. Как бы ты организуешь воркшоп с актерами таким образом, чтобы 14 человек нашли свое место в пространстве 10 на 10 метров. Это хореографическая задача. Ну нет, это не хореографическая задача, это антропологическая задача. Поэтому ну, нужны какие-то объекты, там, какие-то законы, какие-то штуки, которыми ты приводишь это все в движение. Что касается того идеи, того, что как бы спекулятивной на самом деле идеи о том, что лес приходит в город, и мы приносим, и мы играем там в сити среди бетона и стекла, как бы такое, как бы такую фактуру показываем. Да, это как бы есть сближение одного с другим и сопоставление одного с другим. Возможно, это даже концептуальная операция, хотя весьма бедная и плоская. Но в целом, да, это как бы... Ну, я вот этим не занимаюсь, ну, то есть это не было как бы центральной идеей. А есть еще одна шумная ваша акция, когда вы одноруховали строители на столбе вывеску. Паспорт, строящиеся объекты, и объявили, что для вас, для театра на вынос, строится здание. И ни одного факта в этом паспорте не было действительно. Вы даже сумели переврать логотип Министерства культуры. Это нарочно все было сделано. Да? Дальше Милыч провел расследование, оказалось, что в действительности ничего нет, ничего не было. Но у вас все-таки была какая-то акция, связанная с этой мистификацией. Еще на сорок было. Да, на самом деле это одна из моих любимых историй. У меня просто была какая-то мечта внутри построить театр. И в какой-то момент пришла такая идея, что ну как его сделать, ну, как его построить. И я гулял просто по городу, увидел объект, который ну, заморожен. Там просто ограда, висит старый паспорт, замороженная стройка, и ничего не строится в историческом центре. И, собственно, тут родилась эта идея того, что можно сделать такой же паспорт строительства, взять наименование Министерства культуры, разработать макет этого театра, там черный клуб, значит, прописать, кто застройщик. И, собственно говоря, мы сделали это вот с ребятами. Мой брат, который занимается строительством, подобрал все строительные компании, аппарат президента, там был упомянут все как бы как очень четко. Этот плакат потом провисел 3 недели, люди ходили мимо него, удивлялись, что у них будет черный куб построен в центре города и боялись его снять. То есть как бы это все потом ну, как бы висело и работало достаточно.
А потом, собственно говоря, мы поняли, что как-то на вопрос того, что очень многие как бы, в Москве, везде все знакомы, поверили, что нам могут построить театр. То есть на полном серьезе люди подходили, поздравляли, говорили, как, где вы взяли деньги, кто ваши спонсоры. И мы потом поняли, что нужно ответить на вопрос, театр-то не строится. Хотя там уже были какие-то расследования, что это неправда, что это еще что-то. И мы придумали, собственно говоря, что во время рытья котлована там нашли носорога Йосю. Вот. И, собственно говоря, также сделали пресс-релизы, написали все это во все СМИ. И эта история стала еще более объемной. Нам звонили со всех федеральных каналов. То есть, как бы, ну, вот. В основе этой мистификации лежала мечта про реальный домик с колоннами, с занавеской, да? Не так. А как? Давай. Я не могу. Вот Максим пускай расскажет. Мне кажется, это отчасти то, про что было раньше упомянуто. Это история о дополненной реальности. Это история о том, что, допустим, в каких-то книгах художественных, допустим, у абсурдистов, у абьюдов, происходило нечто невероятное. А мы, в общем-то, занимаемся тоже тем же самым в этой акции, только это происходит не в художественной литературе, это происходит в жизни. Это происходит не на пространстве книги, страницы, это происходит в пространстве СМИ, в головах и так далее. Это история про дополненный город, где есть театр. Кстати, в этом театре не было сцены, и это тоже было упомянуто и в паспорте объекта. Это был театр без театра. Вот, отвечая на вопрос мечты о занавесках и так далее. То есть это абсолютно абсурдная вещь, это абсолютно невозможная вещь. И, как Завилович правильно сравнивает эту акцию с историей про Ленин грипп, это, в общем-то, отчасти действительно так. Можно еще добавить? Более того, у меня потом была идея сделать вообще помимо театра, вот так же в таком информационном поле построить целый город. Вот, чтобы там была какая-то там, жилые дома, там, детский сад, школа, там, ну, больница, там, тюрьма, вот по такому же принципу абсолютно. Мне кажется, в принципе, восприятие, ну, оно невозможно контролировать восприятие тотально. Невозможно, да что, кажется, да? Даже... 70 лет наш советский театр тотально контролировал наше восприятие, играл на нас, как на физгармонии. Не знаю, мне кажется, это какая-то иллюзия, потому что попадаются, да, это странно, но попадаются варианты интерпретации вполне себе нарративных каких-то историй, совершенно непредсказуемые, совершенно неожиданные, там, и в том числе для авторов. Поэтому мне кажется, что невозможно ни одно художественное произведение сделать стопроцентно доходящим именно в том, ну, именно в той форме, в которой оно как бы закладывается. Это может быть утопия, но все-таки именно ею руководствуется конвенциональный театр, который создает артефакты и каждый день их воспроизводит. Ну, прокладывание здесь воспроизводит. Они должны быть неизменными, и неизменно попадать, действовать по понятным, известным законам восприятия, правильно? Ну да. Ведь это... ваши вещи повторить невозможно, они всегда другие, всегда разные. Они неповторимые, они обладают вот этим качеством здесь и сейчас, то есть то, главной категорией подлинности, да? Мне кажется, любой хороший театр, он должен быть каким-то здесь. Да, внимание границ сейчас идет в наших глазах происходит. Ну, не знаю. Мы на него микрофон. Ну, естественно, есть разница в том, когда ты, ну, какие ты себе задачи ставишь, в том, чтобы... Ну, хотя в Poetry, например, там все равно есть сценарий некий, там все равно есть какие-то обговоренные вещи. В принципе, какие-то спектакли наши мы повторяли тоже с Эриком Морем и играли несколько раз. Ну, давайте, раз уж зашел разговор про специфику театра, да, вы, мне кажется, все абсолютно по-разному формулируете, что это такое. Вот
сценографы, которые работали для нормального театра, они создали декорацию. Вы загляните, вы увидите, это пространство зрителей, а там пространство художника. И там создается иллюзия, да, иллюзия инобытия, иллюзия. Вот вам такой конвенциональный театр. Поместите туда артиста, и он будет имитировать, участвовать в создании этой иллюзии. Вы делаете совершенно другой театр. Когда вы назовете, что есть театр, ваше понимание все получили. Я сказал, что театр – это спектакль, это злонамеренное изменение состояния участвующих в нем людей. А почему злонамеренное? Ну, не зло, но просто намеренное. Вот, это зло – это я добавил вот, со зла. Вот, вообще, преднамеренное изменение состояния людей. Вот, берутся люди, из одного состояния переводятся… Я понимаю, что авангардисты, люди же изменением жизни к лучшему, а у тебя злонамеренное. Хорошо. А вы, друзья? В том и разница, студенты не зря прошли. Для меня, в принципе, театр это просто это предложение смотреть на какое-либо действие или даже или отсутствие действия определенным, под определенным углом. То есть, в принципе, для меня определение жанра того или иного произведения – это уже часть произведения. Я обозначаю театр как место нового опыта. Я это назову новый опыт, потому что мы это естественно основание нашей сверующей предлагаем, мы гарантируем, что приходя на наш спектакль, получит новый опыт, а не за вкус грузовика, на кладбище или в какой-то странной комнате или на рынке. Все всегда заблюдено. То есть, как получилось у меня, вот я увидел, как люблю Рудковского лет 8 назад в Кубоге, и не мог себе представить, что в театре бывают такие чудеса, на что и хип-хоп, и... Хотя сейчас вспомнить, да, какие там чудеса. Да нет, я считаю, что... Я там сыграл, если сделаем, потом заново сыграем. Вот, поэтому... Сейчас чудеса не забирают заново. Вот, поэтому не так много еще осталось места, которое дает новый опыт. Вот, и не могу сказать, что каждый из спектаклей лично для этого опыта. Какое-то впечатление, может быть, да. Но чтобы какие-то новые обстоятельства, место еще интересно. И может сделать, это не важно. Потому что это будет что-то новое. Не факт, что он понравится, но факт, что будет что-то новое. И это важно. Такая новизна. Вообще, все нас смущено. Любой театр приходишь, уже знаешь, бежал, ты в гардероб, буфет сел, что-то произойдет, прошу Бога. Так как хочется менять декорацию, хочется немножко все это придумать. Непосредственно. Не опосредованно, а непосредственно. Кажется. Ну, я не предсказываю, я не буду. Давай микрофон. Без вас. Юра, ты знаешь, я хотела сейчас поговорить про специфику театральную, но, пожалуйста, вспомни, что в Суздаль ты ездил с художниками, и хотелось бы поговорить о том, как может участвовать и нужен ли вообще художник, и какого у него взгляда на пространство, что, чем твои художницы, с которыми ты делал свою работу в Суздале, чем они помогали тебе, путались в ногах, их видение тебе расширяло твое представление о театре. В общем, что с ними делать? Ну, вот, я могу рассказать про Галю, да? Галю Солодовникову. Она уже тогда, она оперы делала на больших площадках, но просили просто некая ужаленность Гали в фактуру природы, да, ну, в смысле природы или некой среды, где она находится, она очень деликатна, то есть без крови, но выдергивала фактуру абсолютно всевозможных пространств, домов, полей, лесов. Это был как бы собирательница такая, вот, неважно, кто здесь сидит, Ковальская, там, Угаров, которого мы звали, Руснигин или Мелкий. Ковальская не звали. Ну, я имею в виду, что они ходят же в дискуссии всякие, слушают. То есть неважно, кто спикер, для них как бы выйти за рамки этого театра считается как бы на самом деле чем-то грязным. Они что, уже убежали в театр? Ну вот я говорю, что такое театр, да. И тут вдруг вот я наблюдаю, как человек, который создает, собственно, иллюзию, создает декорации, так выгрызается в фактуру, в живое, то, ну, что базис как бы театра, это и есть жизнь, такая несложная мысль, но что как бы выгрызать из жизни себе как бы полезные, да, элементы.
С Гарри мы сделали совершенно... То есть у нас декорации были поля, реки, леса. Тут по-настоящему, вот когда... Вот ты же был вот, на H2O, да, у нас спектакль был там. Час люди плыли на плотах, и все действия... Голые, да? Голые. По-моему, это была девочка. Я хотя, кстати, я тоже, естественно... А вот, знаете, Егор Федорович, он сейчас заканчивает, по-моему. Знаем, вечный студент. Знаем. Вечный студент, да, он у него совершенно потрясающий был перформ, потому что вот этот спектакль H2O, мы по реке зрители сплавлялись час на плотах, а потом выходили в поля, где Катя Щеглова свою эту выставку, знаменитый там портрет огромный детей, вот, и разные художники устроили, ну, и была тема, и Егор абсолютно, там были высокие берега, и он в белых одеждах в течение там часа пытался залезть на поле, человек борется с иллюзионом. Интересная мысль, как она залетела в голову, я ее потерял. В принципе, вот даже раздражает вся вот эта тема дискуссии, потому что она просто связана у меня в последнее время, причем практически, ну, как бы, у всех участников был этот опыт, у кого-то меньше, у кого-то больше, в проектах у каждого сидящего, это вот, ну, тоже какая-то спекуляция, это попытка вызвать у случайного зрителя, или просто у зрителя некий, как бы, шок, или некий такой, не знаю, как, чувство неловкости, вот, что он вдруг неожиданно увидел контент и сам не понимает, что это спектакль. Вот это бесит невероятно, вот это все, поэтому, может быть, я если иду как бы на улицу куда-то, вот я иду сейчас прям через силу, потому что я понимаю, что построено в основном на этом вот, ну, как бы, неожиданном эффекте, что театр вдруг пришел к тебе в дом. Да идите нахрен. Не хочу я дома или нигде. Ну, то есть заставить врасплох зрителя, вот что часто на самом деле происходит, и как угодно можно это обзывать, типа импровизация или там. Это всегда будет живая реакция, это всегда будет интересно, эта химия возникнет между участником, как бы, и зрителем, все как бы будет круто, но это просто этот принцип, он поднадоел. А как только этот принцип исчезает, все превращается в обычный спектакль. Зритель знает, что он... Сейчас повторяешь что-то. Вот, тебя повторить — это большая честь. Ну, слушай, конечно. Поэтому я просто тебя повторю сейчас. Да, понимаешь? Ну, то есть, да, понимаю. Да, вот да. Это... Да, кто кого что бесит, да, я вот могу разбить. Давай, бесит, пробесит. Я могу разбить эту мысль безотносительно вот разговора по Клэр Бишоп и критике партисипативности вот, в современном театре. Мне кажется, что имитацией, сейчас предметом имитации является вот этот самый personal audience experience. То есть ты как бы вроде как работаешь с этим самым опытом уже не своим, как актер, а ты не как режиссер, а вот ты вот подстраиваешь некий, ты как опытный такой заводчик, такой какой-то, значит, ты устраиваешь какой-то райок, помещаешь туда своего зрителя, и он там как бы, ты его, так сказать, вот, очень сильно симулируешь его все его восприятия и так далее. Вот это, мне кажется, ну, это повсеместно существует сейчас, как некое такое вау, как бы. Ну, мой фокус на то, чтобы проводить европейские штуки. А все почему? На до сих пор существует такой, для моей не театральной аудитории, такая фишка, что если это заграничное, то это классно. И когда ты очередь, напишешь это в Германии, или это в Швейцарии, то люди понимают, что это гарантия качества. И я больше, скажем, забронированные ходы какие-то, ну, шоколадные. Абсолютно верно. Там издержки выше, Абсолютно верно. Но и внимание зрителя, нет, наоборот. Он просто боится продакшена, я знаю. Да, и просто когда... Почему? Я покупаю готовые вещи. То есть у меня есть опыт создания такой продукции с роботом, да? Я не знал, что это будет, поучаствовать, получилось клево. Я понял, что это протокол, что тема робота, что будет круто. То есть вероятность, что они просрутся, там 20%. Но 80% уже есть. А когда ты вступаешь в создание чего-то здесь, я же тоже какие-то вещи создавал, я думаю, конечно, сложновато. И деньги сложнее найти на российский продакшн. И ну просто это все немножко сложнее. И вот просто наш еще свою нишу, я не говорю, что другая ниша неправильная. Просто на наша ниша она связана с тем, чтобы, ну как бы было, что
что там дергивают все время, особо возьмут туда, а мы говорим, мы все наоборот делаем, мы оттуда ищем, показываем вам, потому что у многих людей нет возможности поехать в нее, в Эдинбург, посмотреть спектакль там. Я хочу, наконец, продолжить вопрос про спекуляцию и имитацию, которая есть в городе, да, различные спектакли. То есть видите ли вы и где вы ее видите, эту имитацию в будущем спектаклях, своих или даже чужих? А этический вопрос, не только этический, сколько вы действительно о том, насколько вы в своих спектаклях, которые делаете, да, в городе, позволяете вот вообще город, даете ли какое-то свободное пространство или абсолютно его режиссируете? Ну, то есть город вас превращается в какую-то декорацию послушную, и вы полностью предсказываете, да, или, по крайней мере, делаете все, чтобы он был очень понятным и работал на какие-то смыслы, которые есть. Или есть пространство, ну, сейчас в метафоричном смысле, да, даже не в прямом, хотя можно и в прямом, да, в котором город может вести себя, как он того захочет, и, в общем, у вас включаются вещи, которые вы не могли предсказать, или даже, которые специально оставляете, да, для того, чтобы город повел себя как. А что тебе самое как зрителю привлекательнее кажется? Нет, да, спонтанный. Ну так как я сейчас скорее, ну я сейчас, конечно, целен больше на смотреть спектакли, которые являются своего рода исследованиями, поэтому мне, наверное, ближе там, где город может как-то проявиться, а не там, где мы навязывают определенное поведение. Вот. Но легко сказать, может, мне просто их внутри. Собственно, функционал города, там, как лес, болото и любого пространства, зависит именно от типа городского. Если в дополненной реальности город выступает даже не как актер, а как зритель, вот, он там выступает как зритель, он объект воздействия. А если мы берем параллельную мифологию, тогда он выступает в качестве актера, он рассказывает что-то. Вот. А в «Ready-made» он заменяет, собственно говоря, текст, он заменяет пьесу в «Ready-made». Это разное. А вот декорация, он может выступить, вот это интересное превращение происходит, если ты в городской спектакль привносишь какой-то драматургический материал. И вот тут город превращается в декорацию. Он становится не вещью в себе, а он начинает что-то другое изображать. Но кроме тех случаев, когда в пьесе, вот у меня мечта, что всякое начальство из Кремля выгонят, и будет это такой культурный кластер. Чтобы там Бориса Годунова, вот пойдет тирания, и пускай вот в антураже Бродинка Борис Годунов. Тогда это. А так, если ты играешь Бориса Годунова не в Кремле, а в Бирюлево, ты отдавай себе отчет, даже если ты не вбил ни гвоздя и не покрасил ни сантиметра, то все равно вот эти бирюлевские многоэтажки выступают в качестве декорации. Ну, не знаю, отвечу ли я на ваш вопрос. На самом деле, для меня и, в принципе, ну, как-то очень близка идея. Есть такой фильм «Бэнкси уделывает Нью-Йорк». И, собственно говоря, в течение 30 дней он делает каждый день новую работу и об этом сообщает в своих социальных сетях. И как бы аудитория, которая следит за этим, ну, там, утром этого дня отправляется на поиски, где Бэнкси сделал свою работу. И там есть коллекционеры, которые пытаются, собственно говоря, выдолбить эту работу и продать. Есть поклонники, которые хотят сфотографироваться. Есть те, которые хотят замазать эту работу. Есть те, которые хотят спасти эту работу. И вот эта вот жизнь, которую художник организует в городе, вот она мне интересна и близка на самом деле, что город меняется, город живет, что в нем становится интересно и любопытно жить. Спасибо. Вот, вообще, собственно говоря, проблема взаимодействия, вот, когда ты, вы все отрываете задницу, зритель отрывает задницу от мягкого стула, зрителя нам в зале и идет с какими-то чуваками куда-то, он, это в любом случае взаимодействие. Вот, когда 50 человек куда-то идут,
5 из них типа актеры. Вот. Вот эта разница через 2 часа смывается нафиг. В любом случае возникает взаимодействие. Дальше вот про этическую сторону, про которую Лена говорила. Там действительно есть. На самом деле у меня вот в неявных совершенно конкретно. Во-первых, на очевидную провокацию не делать. То есть это в принципе вот все эти воздействия, это на уровне обычного, чуть более эксцентричного проявления, которое в принципе самопроявиться может обычный горожанин. Вот, мы с разными типами эксцентричного поведения встречаемся. Вот. И дальше разнообразие, вот, от игнорирования до какой-то улыбки, до там полиция, тут приезжает, и тут около метро Красносельская стихи читает. Вот, то есть вот этот диапазон, это опять же, он говорит о воспринимающих, а в принципе там повод для провокации ничтожный. Я просто соучастие. Как в Питере мы играли лес перед Тюзом, и как перед спектаклем вдруг какой-то местный, значит, алканавт вышел, значит, и как-то очень развернуто начал говорить с аудиторией. Я, естественно, с пультовой, с мачугами, значит, его за химо, такой, дядь, скинь отсюда. Ну, то есть, это взаимодействие. Ну, то есть, да. Ну и какой. Но при этом жанр вот, уличный выход в город, он предполагает такого рода интеракции. Ты всегда должен быть к ним готов. То есть как бы это постоянный шифт вот этих конвенций. Ты просто к этому готов, тупо это как бы это включено в пакет переживаний. Да, в минувшем году городские учреждения культуры получили госзадание выступать на городских площадях и выносить свои конвенциональные спектакли. То есть вынуть их из декорации или обрезать декорации, вытащить их на улицу и на промозглую погоду, поставить на специально сооруженную типичную площадку, вытащить этот оскопленный, обрезанный, такой раздавленный, подраздавленный драматический театр и играть перед редкими прохожими. И вот огромные средства бросались на эту чудовищную мега-имитацию театра в городской среде. Вот ничего, ну как все, Оскар это... Даже как исследовательский проект выглядел плохо, потому что просто деньги, огромные деньги на ветер, погибшие независимые группы, умирающий растоптанный уличный театр и изнасилованный театр драматический. Вот я сейчас думаю, это что было? Это ошибка очередная? Или это так видится обществом? Поскольку власть, она, ну, как бы, или так видится ваше намерение. Типа, хотите театр на улицу, давайте мы вам площадку построим, пушку тепловую поставим, костюмчики возьмите с собой свои. Идите сценографом, вот сценографы же есть, давайте на площадке идем. Может быть, наши зрители, они горожане, может быть, вы тоже таким видите этот театр, о котором мы сейчас говорим. Вот как Максим, может, кто-то из власти есть? Это такой же театр, ну как бы то же самое, это тоже театр, тоже театр. Лучше вот там. Ну вот видите, я про другое. В Москве мы видели, что это не просто другое, но это на 100% другое. И это просто другой вид деятельности, то, что делает драматический театр, то, что делает вообще иной вид деятельности. Театром он называется и то, и другое, просто по какой-то терминологической ошибке. Просто ошибка какая-то. Такой вопрос. Возможно ли говорить о целостном произведении искусства, когда мы говорим вот о нестандартных уличных пространствах? То есть, я имею в виду, конечно, не Вагнера, да, хотя можно его тоже вспомнить, а такие вещи, вот как парижский май 68-го. Цельное высказывание возможно в цельном мире. Вот. Вот после 68-го года, в частности, мир перестал быть цельным. Любое утверждение является ложным. Вот, то есть можно говорить о ходе мысли, вот, ход мысли представляет какой-то интерес. Любое утверждение, любое произведение, это для меня, во всяком случае, не сильно интересно.
И то есть, опять же, если мы говорим о переходе в квантовый мир, вот, мы меняем мир фактом наблюдения за ним. Вот. И, собственно говоря, я вообще не скрываю, что вот все мои хреновины, они для изучения механизма воздействия на мир. Вот как я его буду менять, коли я не знаю про этот мир ничего, и не знаю, как коммуникация, как воздействие, да, с ним происходит. Вот это воздействие, это и есть для меня предмет исследования. Ответил? Да, ответил. А можно? Кстати, дополню тоже про ответ на наезд и про то, что для меня все-таки театр – это как искусство, это то, в чем есть правила безопасности зрителя. И можно на что-то смотреть, как на театр, но это театром являться не будет, тем не менее. Ну, то есть, мне кажется… Да, я чисто про свое восприятие сказал, поэтому… Да, поэтому не стоит обобщать тут, мне кажется, и не стоит направлять этот наезд на всех. И про цельность высказывания, мне кажется, если я правильно понял вопрос, это в том, что если в каком-то спектакле есть много импровизации, ну, условно, есть много зон какой-то неизвестности в силу того, что это происходит в городе, неизвестно, как это будет реагировать и так далее, мне кажется, это такой спектакль можно назвать ровно настолько же произведением, насколько можно назвать любой перформанс, поскольку в принципе, в перформансе, часто, например, в перформансах, например, той же Абрамович, где зрителю уделено очень большое внимание, тот же классический перформанс, который, я не помню, как называется, где, в принципе, вся роль, все действие было отдано зрителю, да, с этими предметами, с которыми зритель может взаимодействовать и взаимодействовать с перформером. С телом художника, кстати, да, к разговору о телах. Здравствуйте, меня зовут Александр. Вот сейчас в основном разбирались локации городские, уличные. Хотел узнать ваше мнение, может быть, вы знаете какие-то проекты, которые хорошо работают на Западе, когда театр играет в нетипичном месте, ну, как пример, допустим, бар или ночной клуб, или еще какие-то локации. А есть ли у вас какая-то информация про это? Вы можете рассказать, поделиться проектами, которые вам нравятся? И, может быть, есть задумки что-то сделать в таком плане? Спасибо. У нас спектакль называется «Этикет». Мы его играем на рынке. Мы играем сначала на Даниловском рынке. А сейчас мы играем его в «Адемаге Цептон» на 6-м этаже. Называется «Этикет». Спектакль для твоих зрителей. И сидят твои наушники, у них полчаса такая взаимодействие друг с другом. Голос говорит, что я должен делать. Надо подписать еще, остерегайтесь по делу. Да. Друзья, остерегайтесь по делу. Спасибо. Официанты совершенно органично вошли, ими никто не управлял, никакой режиссуры. Они поняли смысл этой лекции. Это Чехов в форме лекции, такой, ну, игровой. И официанты угощали всех чаем, пирожками.